Криминальный скандал разгорается в центре «Подросток». Бывшего директора учреждения подозревают в превышении должностных полномочий. Правоохранители считают, что он позволил своему знакомому попасть в центр, а тот, в свою очередь, изнасиловал несовершеннолетнюю воспитанницу. События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в 2014 году. На тот момент возглавлял подросток Олег Бандуров. По нашей информации, именно он стал фигурантом резонансного материала. Дело возбудил региональный следком на основании материалов прокуратуры Новгородской области и Управления Федеральной службы безопасности. Олега Бандурова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он как хороший знакомый второго обвиняемого помогал организовывать на территории центра личные встречи с воспитанниками. Второй фигурант уголовного дела, ранее судимый за совращение мальчика, житель Великого Новгорода, подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки. По версии следствия, в 2014 году ранее судимый местный житель совершил изнасилование воспитанницы центра для несовершеннолетних. Преступление было совершено с ведома руководителя учреждения, который допустил посещение центра и общение с воспитанниками ранее судимого за преступление против половой неприкосновенности местного жителя. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и оперативно-розыскной деятельности в управлении ФСБ по Новгородской области. Расследование данного уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Новгородской области. Сейчас следствие продолжает проверку имеющейся информации, проводит обыски и проверяет версию причастности подозреваемых к преступлениям сексуального характера в отношении других воспитанников реабилитационного центра.